Париже запретят бензиновые и дизельные автомобили к 2030 году. Так, правительство Франции хочет не только улучшить экологическую ситуацию в стране, но и ускорить переход на электрокары. Впрочем, в Париже уже действует ряд антибензиновых мер. В городе есть свободные от машин зоны, регулярно проводятся дни без автомобиля. Ранее с подобной инициативой выступили власти Британии. Там перейти на электрокары хотят к 2040 году.